Уважаемые, всех рад приветствовать на канале. Саня на связи. Подъехало очередное коротенькое видео. Покажу пока временный объект. Тут на 2, на 3, может на 4 недельки заехал. А работа с деревом. Я особо раньше с деревом не работал. Ну, тут так, можно скажем, делаю какие-то несложные такие работы, простые. Сейчас крышу обшиваем деревом, так называемый второй фикс. Фирма выдала пистолет, там газ, все, гвозди. А мы там такие уже обычные инструменты принесли, которые надо для работы. А работа как бы не сложная, да, все просто. Один человек там нарезает, подает, второй по крыше идет и прибивает. Че, ребят, такая вот стройка. Тут спальный район. Работаем на крышах пока временно, ну, разные какие-то другие работы делаем. Тут несколько команд у нас, те, кто более интеллектуальные, работают с деревом, там, с разными такими интеллектуальными работами. Кто особо с деревом не работал, да, вот я, к примеру, раньше с деревом особо не работал, поэтому я вот тут просто гвозди забиваю. Вот такие дела, короче. Тут сейчас работаем пока. Потом переходим туда, на следующую крышу. Также для всех новеньких, кто приедет в Лондон и столкнется с подобной работой, где надо будет работать с пистолетом, то есть забивать гвозди, не забывайте одевать затычки ушные, да, чтобы шум, так сказать, хоть немного приглушать. И также не забывайте в очках работать, потому что может как бы от дерева сучок какой-то отколоться и полететь вам в глаз. Поэтому очки обязательно. В данном случае, как вы поняли, у меня очки и солнцезащитные, так как на крыше работаю, на жаре, знаете, чтобы все время как бы глаза не уставали, поэтому в очках самое идеально работать. Поэтому такие вот солнцезащитные очки сразу две функции выполняют. И от солнца защита, и защита от того, чтобы ничего в глаз не залетело. На этом этот ролик будет завершаться. По желанию можете поддержать, поставить палец вверх под этим видео и поддержать каким-то комментарием. Ну и для всех новеньких, как всегда, по желанию подписываемся на канал, добавляемся друзья в соцсетях. Ролик на этом завершается. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.